2019 году российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения RED-100. Детектор предназначен для дистанционного мониторинга процессов в реакторах атомных электростанций. В мире нет аналогов разработки, которая способна улавливать нейтринное излучение и космические лучи. С помощью такого сенсора можно дистанционно наблюдать за состоянием реактора, проводить его изотопный анализ, предсказывать нештатные ситуации и даже предотвращать разработку ядерного оружия.